Наступило межсезонье, когда вроде и копать-то здорово не получается. Вот самое время разобрать камни, которые скопились в гараже. Вот образцы скопигема, это которые уже очищены от окислов железа. Есть интересное, бывает вот как с этой стороны кристаллики, так и с другой, такие ежики получаются симпатичные. Ну, вот такие бывают. Так, это не оттуда. Вот это тоже скопигема образцы. Много их. В свое время наколотили, сейчас найти-то практически невозможно там. С севером были, к своему стыду даже найти не мог ни одного образца. Тоже копгема. Кварц с включением актинолита с беста попал. Вот такие животки. Тоже с копигема. Да, вот это скопи-казиха, на которой тоже даже с клубом камня тогда не могли найти ничего. Но работать надо было очень. Может быть, долго. Кварц рубашки. Вот еще образцы. Жаль, кристалл обломан. На пигматите. Кварц, наверное, на солнышко посмотрим. Ну да, вот видите, как он оброс рубашкой. Вот тоже надо перебирать. Копгема. Ну, это халцедончик Свежакова. Тут же и перелифт, и икляной камень с Липовки. Ну, это крокоид Первомайско-Зверевского. Копи-казиха, шайтанка. В принципе, практически все одно и то же. Вот скопи-казиха кристалла. Это обломок, правда. Он в рубашке. А в торце видно, что дымчак такой, который переходил в горный хрусталь. Вот так, наверное, лучше посмотреть. Вот видите, нижняя часть кристалла дымчака потом переходит в горный хрусталь бесцветный. Ну, в рубашке все. Были кристаллы там неплохие в свое время.